По мнению международных экспертов, атомная генерация – самый безопасный и эффективный источник энергии. Из-за обязательств по снижению парниковых газов эпоха угольных электростанций во всем мире постепенно подходит к концу. А возобновляемые источники энергии зависят от множества факторов – наличия солнца, ветра и водоемов. В ближайшем будущем в Казахстане вырастет число промышленных предприятий. Им необходима стабильная круглосуточная поставка электроэнергии от источников так называемой базовой электрической мощности. Атомная энергетика, она имеет важную роль, ну, электростанции, потому что они работают в так называемой базовой нагрузке. То есть они обеспечивают именно базовую потребность экономики. Вот. Как правило, другие электростанции, они меняют свою нагрузку в зависимости от изменения спроса. АЭС работают в базе, всегда там практически подают электроэнергию. Вот. И, соответственно, это такой очень надежный и по операционным издержкам недорогой источник электроэнергии.